Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мистер Найс. Сегодня мы продолжаем проходить игру Outlast. Как вы помните, в прошлой серии мы бегали за камерой. Не знаю, каким-то хером надо туда попасть. Давайте попробуем. О, получилось, молодец. Как вы помните, вот мы потеряли свою камеру, и нам пришлось переться. А, найдите отца Мартина. Да нахуй, это что сейчас было? Чего? Ну ладно. Следовательно, вопрос, где я? Блять. Нет, вы врете. Вы... Нет, пожалуйста, скажите, что вы врете. А, как мы помним, здесь у нас какой-то, короче, пидор заагрился. Твою мать. Что-то нам сегодня очень не везет. Follow the blood, вот мы помним. Ой, ребят. Кстати, вот если мы помним... Вы уже, возможно, помните то, что еще после этого... А, так у меня наоборот, что? Туда надо было? Голые мужики были. Это сейчас к чему мотив был? Ой, 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 ой. Аж залагало нахуй. Теперь давайте все это обсудим в реальности. Если вы видите такую маленькую деревянную палку. И если вы решили по ней хотя бы чуть-чуть бы пробежаться, знаете то, что вы сквозь провалитесь. И, наверное, как мне туда попасть? Ой. Понимаете, где? А, вот. Блин. Что ж вы меня так все пугаете? Лишь один выход, лишь один. Понял, понял. Понял, понял. Так, А как ты знаешь, что ты не пациент? Да я не знаю, что-то... Блин, что-то реально лагать сейчас начинает, ребят. Мне сыкодно туда идти. Сегодня день какой-то вообще невообразимый. Решил за... Это сегодня уже 12-я, по-моему, запись, которую я хочу начать. И, по крайней мере, это единственная запись, которая, блин... Блять, этот жиртрес до сюда дошел. Объясните мне, как? Как он дошел? Стоп. Блин. А, вот как он дошел? А вы можете мне вот это объяснить? Так вот, короче, почему именно вот это уже 12-я запись, которую я хочу начать? Потому что... В основном первые 8 записей, непонятно по какой причине, стали лагать. Потом еще 2 записи, у них что-то со звуком плохое было. 11-я запись вообще удалила у меня фрапс каким-то образом. Блять, он меня заметил! Сука, нет! Нет, нет, блять, тут двери сломаны нахуй! Твою мать! Закрой двери, блять! Давайте, давайте, блять, закроемся нахуй, может у нас пощадит! Блять, не спалился. Нет, 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 я ухожу, я... Твою мать! Мне пизда. Где твою мать? Это красивый. И на ответ, и на мою просьбу, что он красивый, он мне башку отрубил. Руками. Как отрубил? Сделал что-то нехорошее. Так ладно, меня интересует следующее. Как мне туда попасть? Вот как мне туда попасть? Я, кстати, еще, ребят, хочу заметить то, что... Вы, наверное, не замечали, но когда вы умираете, у вас батарейка пополняется на максимум. Блин, твою мать! Что-то я совсем про него забыл. Обойдешься. Беги, 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 беги! Твою мать.
Не сюда. Давайте, давайте, давайте. Я думал, что мне так лагать стало? Оказывается, это не к добру. Эти лаги не к добру. Они меня, блин, просто предупреждают. Ой. А как мне через него пройти? Извини, мужик. Но это было необходимо. Стойте. Я, кажется, это место знаю. Да, точно. Я японский. Стоп, ты, блядь, сека? Ой, твою мать, как мне это не нравится. Ты, это он, я должен сказать. Короче, ребят, это была первая серия, где я сейчас был, там потому что... О, вот здесь бильярд был, потому что... В первой же серии вот этот жиртрест меня выкинул. В окно. Как же мне это не нравится. Да твою ж ты медь. А, ну во. Другое дело. Кто-то там на пианине играет, я слышу. Твою медь. Извините. Я не хотел. Так. Знаете, это сейчас будет, конечно, звучать тупо, но я все-таки почему-то стал любить Outlast. То есть эта психушка уже для меня как родной дом, честно говоря. У меня есть каждый почти знаком, блять. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. This is Javier. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. Так, здесь закрыто. Боже мой. Ага. Так. Боже мой. Это кто вообще такой? Это какой-то, блин, мужик. Он тоже прячется. Книжка. Поднимемся наверх. Двери нет, не открываются. Охренеть. Так, видеозапись, видеозапись. А там батарейка. Я сейчас вообще снабжу. Блин, хомуха. Твою ж ты медь. Простите, я, кажется, не туда пришел. Блин.
Твою мать, а то... Он мне дверь открыл с другой стороны. Это вообще нелогичный. Да, честно говоря, это было резко. Твою что дивизию. Не удивляйтесь, почему я так мало в этой серии говорю. Потому что я пока считаю эту серию скучной. Ё-моё. Ключ? Отправляйтесь на часовню. Ой, а правильно сделал? Надеюсь, что да. А нет, он не может по-любому. Я стал замечать, что вот во время бега у вас батарея заканчивается намного быстрее. Это что такое? Что здесь было? Что-то мигало или мне показалось? Нет, мне показалось. Не, ребят, ну это было, конечно, вот. Этот мужик, который резко дверь открыл. Блин, мне это не нравится. Неужели этот жиртрез? А кто это? О нет, у меня батарейка кончилась, как не вовремя. Нет, это голые мужики, это те голые мужики. Вы посмотрите на его жопу. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хотел. Они не будут, по-моему, за нами бегать вот так вот. Актив. Они нас так активно убить не хотят. Они просто, если я рядом с ними буду стоять, или на них так долго смотреть, то они меня прикончат. Давай, давай, давай. Открыто. Открыто, ключ. Закрывай дверь. Бежим наверх. Я выжил. Слава, слава яйцам, я выжил. Давай, давай, давай. Да вы что, издеваетесь? Что такое? Все двери, что ли? Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Давайте на всякий случай вот это проверим. Не-а. Ну что ж, идем сюда. Надеюсь, ничего не надо. Здрасте. Молодой человек. А, ну и ладно. Смотрите в окно. Дверь. Так, что? А там никого? Что там нарисовано? Что там нарисовано? А, ну ясно, ясно. Так, там бильярд. Но перед тем, как туда пойти, давайте зайдем сюда, в комнату с бильярдом. С бильярдом, потому что... Вот почему не может взять вот эту вот? Почему не может ки взять? Им защищаться. Честно говоря, никого провоцировать не хочу, но... Я кажется, о, господи, мне... О, блядь, мне показалось это, блин... Тот, кто нам пальцы отрезал. Я уже испугался, что он жив. Что он выбрался каким-то образом. Ой, ё-моё. Ты чё, будем двери открывать? И тут тоже никого.
Обалдеть. Ребят, ребят, вы только на это посмотрите, они молятся. Но вопрос, они молятся за кого? Не, знаете, меня как-то... Да блин, за кого вы молитесь? Можете... Что? Они думают, то, что они, блин, уйдут отсюда. Отсюда. Ни хрена. Слушай, мне как-то этот коридор не нравится. А, так там туда даже пройти-то нельзя толком-то. Книжка. Так, а... Твою медь. Ну ладно, давайте вот так вот. Через окно. Как мы видим, это псих. И, господи, ты упаси, какие лаги сейчас идут. Мать его, вы, наверное, это видите. Это жесткие лаги просто идут. О, пиздец, что лаги такие жесткие-то пошли нахуй. Извините, извините за этот сленг, ну, блядь. Это уже, блин, слишком. Давайте подождем, пока FPS восстановится. Да, FPS у нас восстанавливается. Ой, твою мать, я туда иду и лагает. Пиздец. Что за хрень? Боже мой. Здравствуйте. Голые мужики, слушайте, меня игра не нравится. Готов ли я? Конечно, еще и миг, ты воссоединишься с Валлигером. Мать, это папа римский. Моя работа. Лишь ты должен выжить, чтобы рассказать. Твою мать. Пророки испокон веков обещали свободу от смерти. И вот она настала. Ты узришь и опишешь мою смерть, мое возрождение. И тогда мы оба освободимся, что... Как мы освободимся, ты привязан. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправила лифт, он отвезет тебя к свободе. И все мы будем свободны. Итак, сын мой. Что вы делать собрались? Нет. Нет, остановите это. Что вы творите, блядь? Остановите нахуй. Нет, папа римский. Я не могу его так просто оставить. Почему я не могу к нему допрыгнуть? Сатанисты! Сектанты, блядь! Анархисты, нахуй! Освободите его! Блядь. Спасибо. Я думаю, вы поняли теперь, как мы с вами подружились. Чувак, чё дверь закрылась, блядь? Я себя сейчас не знаю почему, но я себя сейчас чувствую как какая-то Иуда. Сгорел прямо у меня на глазах, блядь. Это единственный, кто меня, блядь, так не хотел пиздить. А вообще убить даже. Так что нет, я себя сейчас чувствую как Иуда настоящий. Я не могу. Нет. Да еб... Блять. 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 Твою мать, он меня как нашел. Сука, сука. Прячься, 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 нахуй. Зачем он... Твою мать. Откуда он узнает, что... Откуда он знал, что я... О! Дай мне уйти. Нет, нет, отстань от меня, блять.
Твою мать! Иди туда спешу! Боже мой! Бля! Бля! Закрой дверь-то нахуй! Куда мне бежать, блядь? Блядь, двери нахуй закрыты! Сука, нет! Блядь, мне же пизда будет! Да! Но по игре я должен выжить. Это понятно. Так, давайте запомним. Этот пидор идет оттуда. Понимать, блядь. Блядь, 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 блядь. Надо нахуй как-то валить от него. Ребята, его обхитрить можно. Здесь две двери, нахуй. Пусть он пока, блядь, расправляется с той дверью. Я тем временем выиграю время, блядь, и смогу хоть как-то от него уйти. Стоп! Блядь, выход! Выход, 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 выход! Давай быстрее, быстрее, блядь! Паркурист хренов! Я ничего больше, как сказал мне отец этот, папа римский, блядь. Ничего мне больше нахуй не угрожает. Все. Я уезжаю отсюда. О, бля. Смотрите, мы как раз уходим из этой психушки, а вот на камере показано, что я целый час снимал эти мужчины. Ну же! Что? А куда это я? А куда это я спускаюсь? Может мне кто-то объяснить, куда я спускаюсь? Найдите другой выход. Нет, это, конечно, радостно, но куда я спустился? Спустился, мне вот это интересует. What the fuck? Wall Rider Project. Стойте! Мы здесь вроде, блин, во второй серии видели, как здесь этих троих разнесли нахуй. Вот это не в счет, вот он и он. Твою ж мать. Блин, прямо какая-то серия, блин, воспоминания прошлого. Воспоминания из прошлого. Твою мать. Я не знаю, честно говоря, кто нам и здесь, блин, может угрожать. Мне, блин, самому интересно, кто нам здесь вот может угрожать. Стойте же, твою мать, здесь же этот... Призраки какие-то, я слышу каких-то призраков, блядь. Видите, я даже уже не боюсь, блин, двери открывать, потому что я, честно говоря, не знаю, что мне может еще угрожать. О, лаги пошли, ребят, лаги пошли. Сейчас кто-то должен появиться. А, сюда? Ладно, 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 я иду, иду. Блин. Твою ж ты мать. Чё он руку поднял? Твою мать, а там уже это утро наступило. Вы это слышите? Вы это слышите? Я никаких звуков не добавлял. Блин. Твою ж ты налево. Это еще кто такой? Нет, стоп, минутку. Это не... Блять, это тот призрак нахуй. Беги, 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 беги. Господи, это боже мой. Блин, это вообще не туда... Куда мне бежать? Как мне бежать нахуй? Быстро, быстро, беги, 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 беги! Быстро, вали нахуй! Ёб твою мать! А, да ты чё, откуда вы? Поросёночек, бежать больше некуда. Твою ж ты мать! Ура, ура! Чёрному пизды дают!
Снимай на камеру. О, я как угадал. Давай, снимай на камеру, нахуй. Призрак дает пизды жирному. Это записать надо, нахуй. О боже. Ну, хоть какая-то... Ну, хоть что-то хорошее. Призрак дал пизды жирному, и на этот раз... Пизды такой, что жирный вряд ли больше будет нам преградой. Это жиртрез несчастный. Так... А теперь я могу пройти? Нет. Нет, не могу пройти. Значит, мне не сюда. Мать, у меня руки замерзли в реальности. Потому что, мне кажется, я нахожусь в каком-то Эвересте. Только внутри. Ну хорошо, вопрос, куда мне бежать? О! Твою мать. Ты... Да, знаю, я должен быть мертв. Но какое везение, я старее, чем грех, но еще жив. Все дело в Билле. Эмочка! Твою мать, они эмку сломали. Он заботится обо мне. Он вынул рак из моего желудка, излечил глаза. Пожалуй, он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня, бедный идиот. А чё идиот? Ты знаешь, что значит это символ? Он предупреждает о опасности в микроскопических машинах. Эта технология уже десятки лет, но мы ее так до конца не... Что-то там. Специалисты Мерков нашли, как обойти проблему, опираясь на моё... Бля, как быстро, я не могу поставить слово, да что... Вообще, сами просчитайте. А это когда... О, это известная, блин, картина. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем сдержать это под контролем. Творит какие-то такие опасные вещи, используя безумцев. А, так он даже признается. Останови его. Убей Билли. Уничтожь то, что хранит ему жизнь. Его анестезию. Исправь мою ошибку. А вопрос, как я ее уничтожу? Я же только камерой могу. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он же... Ты должен убить его. Твою мать, я не хочу. Нет. Давайте вот, ребят, здесь закончим серию. Я полагаю, то, что мы уже близко к финалу. Спать-то хочется. Мы уже близко к финалу, ребят, поэтому... Я думаю, что здесь мы закончим наше похождение. По вот... Не по психушке, а под психушкой. Нихуя не понял, ладно. С вами был я, мистер Найс. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте. И если что, даже поделитесь тем, что вы видели. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Удачи вам. И помните, если вы видите... Вот, возьмем пример поросенка и этого призрака по имени Билли. Видите, что не пиздится? Снимать на камеру не рекомендуется. Вообще рекомендуется разнимать, пока не дошло до слез, до плачевного. В принципе, что я вам морали читаю, ваша жизнь, как-то, как хотите, так и поступайте. Но я все, с вами прощаюсь, до свидания.